летнюю навигацию на Каме активно идет формирование большегрузных плотов. Их объемы постоянно увеличиваются. 50, 60, 70 тысяч кубометров. Казалось, это предел. Но передовая технология сплотки, обеспечивающая прочность плотов в сложных погодных условиях, позволила довести объем плота до 100 тысяч кубометров. А это 1700 железнодорожных вагонов или 30 большегрузных составов. Такой плот провел по Воткинскому водохранилищу экипаж капитана Жуланова. Проводка большегрузного плота требует не только опыта, но и мастерства. На судне есть все условия для полноценного отдыха после напряженной смены. Буксировка леса в плотах занимает большой объем в системе перевозок Министерства речного флота, и поэтому очень важно распространение опыта капитана Жуланова в других речных пароходствах страны. Величественное зрелище – большегрузный плот длиною более 1,5 километров. К сожалению, еще работают в некоторых речных портах. И так работают. Согласитесь, тяжелый, непроизводительный ручной труд. А между тем, существуют современные методы перегрузочных работ. Внедрить их и решила инициативная группа специалистов Омского речного порта. Теперь вместо извечной лопаты включается зачистное устройство, навешенное на портал крана, и в течение 5 минут полувагон чист. А этот захват для труб большого диаметра придумал рабочий порта Олег Павлович Максимов. Новаторы Кочетков и Караваев усовершенствовали конструкцию захвата для среднетоннажных контейнеров. Здесь применены коромысла, выравнивающие натяжение грузовых цепей, что значительно повысило надежность работы захвата. В Омском порту внедрена и прогрессивная технология перегрузки пакетов в термоусадочной пленке. Предложенное Караваевым уравновешивающее устройство вилочного захвата обеспечила его саморегулирование и в 2 раза увеличила производительность труда на перегрузке цемента в пакетах. В результате внедрения рационализаторских предложений повысилась производительность труда и значительно возросла пропускная способность порта. Омские новаторы постоянно внедряют прогрессивную технологию. На Красноярской судоверфи освоен прогрессивный модульный метод сборки барж, площадок и стандартных элементов. Использование модульного метода сборки судов создало условия для максимального перенесения работ со стапеля в цех. Этот метод
позволил широко применить автоматическую и полуавтоматическую сварку, исключить подгоночные работы при сборке модуль-блоков и значительно сократить время постройки судов. Сформированные в цехе из плоскостных секций модуль-блоки могут быть транспортированы на другие судоверфи или же подаются на стапель, где из них и формируются баржи разной грузоподъемности. Проекты таких судов грузоподъемностью от 200 до 500 тонн разработаны Ленинградским конструкторским бюро и предназначены для работы на малых реках. Баржи, созданные на Красноярской верфи, позволяют весь навигационный период перевозить грузы в самые отдаленные уголки нашей страны. На Феодосийском заводе имени 26-го съезда КПСС построен опытный образец судна на подводных крыльях – «Ласточка». Такие суда предполагается использовать на магистральных реках для обслуживания дальних линий. Для решения вопроса о серийном строительстве таких судов летом 1987 года проводились всесторонние испытания опытного образца. Авторы проекта «Ласточки», сотрудники Горьковского центрального конструкторского бюро судов на подводных крыльях, создатели уже известных в нашей стране и за рубежом судов «Ракета», «Метеор» и «Восход». «Ласточку» отличает оригинальная крыльевая система, просторный салон, где могут удобно разместиться 70 пассажиров. Двигателя по 1350 лошадиных сил каждый позволяет судну развить скорость 90 км в час. После тщательной проверки всех машин и механизмов «Ласточка» выйдет на голубые дороги нашей Родины.